В Алматы стартовал открытый зимний чемпионат Казахстана по современному пятиборью, посвященный 30-летию независимости страны. В нем принимают участие около 160 спортсменов из 7 регионов страны. В первый день соревнуются в фехтовании, плавании и беге со стрельбой. По итогам сегодняшних стартов сильнейшие спортсмены выступят завтра в дисциплине конкур. Надо отметить, что среди участников есть два обладателя олимпийских лицензий. Это члены казахстанской сборной Елена Потапенко и Павел Ильяшенко. Открытый зимний чемпионат продлится до 26 февраля, после чего спортсменов ждет серия международных стартов. Все они будут рейтинговые. Это серия этапов Кубка мира 24 марта в Венгрии, в городе Будапешт. 7 и 14 апреля это в Болгарии, город София. После чего отобравшиеся выступят на финале Кубка мира в мае. И будет также чемпионат мира. Он теперь у нас в городе Каир, Египет, и это дает возможность еще спортсменам подобраться на Олимпийские игры.